тот клятый год. Тому уж много лет. Я иногда сползал с больничной койки, сгребал свои обломки и осколки и свой реконструировал скелет. И крал себя у чутких медсестер, ноздрями чуя острый запах воли. Я убегал к двухлетней внучке Оле, туда, на жизнью пахнущий простор. Мы с Олей отправлялись в детский парк, садились на любимые качели, глушили сок, мороженое ели, глазели на гуляющих собак. Аттракционов было пруд пруди, но день сгорал, и солнце остывало, и Оля уставала. Отставала и тихо ныла: «Деда, погоди!» Оставив день воскресный позади, я возвращался в стен больничных голость. Но и в палате слышал Олин голос: «Дай руку, деда! Деда, погоди!» И я годил, годил, сколь было сил, а на соседних койках не годили. Херели, сохли, чахли, уходили. Никто их погодить не попросил. Когда я чую жжение в груди, я вижу, как с другого края поля ко мне несется маленькая Оля с истошным криком: «Деда, погоди!» И я гожу, я все еще гожу, и, кажется, стерплю любую муку, пока ту крохотную руку в своей измученной руке еще держу.